Всем привет, мои хорошие. Сережа тут со мной. Доброе утро. Начинаю новый влог. Давно не снимала. Ну, обычный влог, я имею в виду. Поездку в парк поснимала. Но что-то мало смотрели. Все, наверное, сами летом по паркам ходят. Некогда смотреть, да? В общем, начинаю новый влог. Приглашаю вас к просмотру, мои хорошие. И сегодня, вот сейчас мы с Сережей, 6 часов 40 минут у нас на часах, едем к детям отвозить. В общем, сегодня дети у нас улетают отдыхать, и мы их повезем в аэропорт. Вот. Я тут смотрю, у нас просто выезд заблокировали машиной другой. Сейчас будем ждать. Надеюсь, да, все, садится шофер, пропустит нас, потому что тут еще одна машина ждет, а нам опаздывать нельзя. Летят они на самолете, отдыхать полетят. А мы сегодня же едем в Чувашию. Сюда хочет проехать Сережа. Так, сейчас я потом продолжу. В общем-то, детей проводим в аэропорт, отвезем. Потом приедем домой, возьмем сумки и поедем на вокзал. На вокзал, поедем домой на поезде к родителям в Чувашию. Решили на поезде поехать в этот раз. Сережа хоть немного отдохнет от машины. Вот. И все, мои хорошие. Вот так, такой короткий. Короткий чего? Утренний монолог. Короткий утренний монолог. Короче, вводные данные вам дала. А потом буду снимать по ходу движения нашего, продвижения к родителям. Еще никак с утра не проснулись. Не проснулись. Я вообще проснулась в 4 часа. 4 часа и все. И я больше не смогла уснуть. Лежала. В итоге в 5 часов встала. Пошла, попила кофе. Собралась. Сережа разбудила. Он попил кофе, и мы вот едем. У меня всегда так. В день поездки я не могу уснуть. Вообще не сплю практически. Легла в 12:30, встала в 4. Все, хватит. 3,5 часа поспала. Сегодня у нас посвежее с утра, потому что вчера весь день практически шел дождь. Ночью был ливень, гроза. Вообще так темно было, как будто бы ночь. Во время грозы вот прям очень темно было. Молния. Сережа два раза попали под дождь с Есенией. Сидели весь день дома. Пошли гулять, и начался ливень. Прибежали все мокрые, как не знаю. Мокрые насквозь до трусов. Потом Сережа поехал ее отвозить домой, Есению. А опять попали под дождь. Ну, хорошо, они в машине были. И целый час сидели в машине. Не могли выйти. Ну, летом ничего страшного. В общем, все, мы сейчас уже подъезжаем к детям, загрузим их и поедем в аэропорт. Всем, кому интересен такой влог, оставайтесь со мной. Возьму вас с собой в Чувашию, к родителям. Все, проводили, теперь пытаемся выехать. Одни таксишки. Только такси практически. 10 минут здесь бесплатно.
Уже 5 минут мы тут толкаемся среди этих таксишек. Надеюсь, успеем. Все, выехали с аэропорта. Сейчас едем домой. Час мы ехали до аэропорта. Быстрее бы, но пробки. Уже вот с утра пробки. В Химках особенно. Лучше быстрее приехать. Все равно, ну, целый час мы ехали. Сейчас, мы выехали в 7.07. Сейчас 8.12. 8.07 мы были как раз на терминале. В терминале. Вот, и да, и сейчас еще домой опять ехать по пробкам, конечно. Пробки напрягают. Сережа, идем к МЦД. Сейчас поедем на Казанский вокзал. У нас опять прошел дождь. Какой день у нас уже? День 5, наверное, идет дождь. Ну, по крайней мере, сегодня солнышко хоть выглядывает. А вчера весь день лил. Вот, так что мы сейчас едем на вокзал. Дети долетели, позвонили, сказали, все, доехали, все нормально, перенесли. Они первый раз летели на самолете. Первый раз, все хорошо. Вот. Я прям переживала все эти 3 часа, потому что я тоже ни разу не летала, а для меня это вообще жесть. Даже жарко сейчас стало. Все, пошли, а то на солнышке стоим, припекает. Это вот с юга уже приехал. Ага, ты такой загорелый. Догадался. Так, мы в купе. Тут какой-то набор. Интересно. 4 штуки. Значит, мы вчетвером будем. А это что? Рожок. Начальник поезда. Влажный, антисептический, эффективный. Какой-то еще этот. Думный рожок. Журнальчик. Товары в дорогу. Мы надеялись, что мы будем вдвоем. Нет. У нас 2-этажный поезд. Мы на 1-м этаже. Приедем поздно или рано. Короче, в 2:30 ночи, утра. Ночь, утра. Все. Едем к родителям. Как низко 1-й этаж. Дождь пошел опять. Поезд трогается через минутку. Вообще-то уже должен тронуться. 38 минут. Пока? Нет, нет, сейчас включат кондиционер. Ага. Включат сейчас. Она сразу постелить будет там с тобой. Едем уже. О, какой дождь. Боже мой, как надоел. Как надоел уже этот дождь вообще. Это еще такой сильный идет, как в тропиках. Не знаю, как в тропиках, но, наверное, вот так. Заливает все. Так, что тут? Открыл коробочку. Колбаска. Ничего себе. Один хлебчик только. Где тебе там? Да. Пицца. Ну да, набор тут. Жвачка. И бутылочка воды. Это жвачка. Ну, утром проснулся, и зубы чистить не надо. Да, и зубы чистить не надо, точно. Все, это сейчас кофе и чай заказали. Жалко, нету сливок. Сейчас чай принесут и кофе. Ух ты, какой. Не знаю. Мы пока тут гадаем кроссворды. Купили такую большую книжку с кроссвордами. И еще я вот купила такое. Легкие такие эти у нее рассказики. А, ты посмотри, какой идет сильный, а? Здесь. Здесь вообще.
заливает. Немножко у вас. Вот, в общем, дали такую еще карточку на благотворительность. 200 рублей. Эта девочка рисует. Вот. Галерея. 11 лет. И вот тут вот написан ее диагноз. Вот. Сказал, будете? Ну, по желанию это, конечно, не обязательно. Ну, как же мы вот не поможем ребенку? Вот. Вот этот рисунок она нарисовала. 200 рублей стоит. Вот. И еще, представляете, нам принесли еду. Горячий. Ну-ка, Сереж, открывай-ка, что там у нас? Ужин. Угу, горяченький. Горячий. Все включено. Горячий. Прям горячий-горячий? Тут один должен быть куриный гуляш с полбой. Индейка. С полбой и брокколи. Ты брокколи не любишь. А тут индейка с грибами и рисом. Ну, мы... Ты не любишь брокколи? Почему не любишь? А ты не любишь грибы и брокколи. Тут грибы, а тут брокколи. А, брокколи мне отдашь, я люблю. А я рис не люблю. Что, есть можно что-то? Ладно. Короче, вот горяченькое. Надо кушать быстрее, пока не остыло. Мы покушали. В принципе, вкусненько все было. И все съели. И горячее, и колбаску. И сейчас вот чай. Пьем. И вот эти вот очень вкусные как они называются? Мультислак. Ну, короче, вот эти батончики. Очень вкусные. Редко такие попадаются вкусные. Мягкие. С курагой, чернослив. Ну, в общем, вкусные. И чай вкусный. В пакетиках, но чай с бергамотом. Прям ярко-ярко такой выраженный бергамот. Очень вкусный. Дождь закончился. Еще знаете, тут что есть? Магнитные замки. Вот там. Ну так вот. Так, еще мороженое у нас тут. Мороженое от Деда Мороза. Ванильный прям пломбир. Вообще все радости, все прелести. Так, это мы приехали в Муром. Муром у нас, по-моему, должен быть. Да? Здесь живет моя сестра. Но она сейчас тоже у родителей. Мы завтра с ней встретимся. Ничего не видно? Там поезд стоит. А мы смотрим с Сережей видюшки. Не видно. Видео с моря. Дети присылают. Эй, Сенечка, что, боится, что ли? А что она боится? Какие волны, да? Класс! Тоже хочу на море. Классно. Так, что у нас тут? Мы все думаем, кто-нибудь к нам придет или нет. У нас тут... Мы вдвоем, Сережа, здесь никого соседей нет пока. Мы приехали. 2:25, 19 градусов. Только 9. Я не спала вообще. Я вообще странный человек. Нет, не странный. Вчера только ночью 3 часа поспала. 3,5 и все. Ладно, надеюсь, сейчас придем домой и посплю. Вовремя приехали. 19 градусов, но так хорошо, не холодно. Свежо. Сейчас пешочком нам километр где-то примерно. Такая площадь перед вокзалом чистенькая. Все, сейчас пойдем. Можем, в принципе, такси взять, вот там стоят. Или дойдем?
Такси можно взять? Такси, такси. Ну, уже светло, ладно, дойдем. Будем рассвет встречать. Да, пошли.